Ладно, поехали. Ну что, здорово, народ, снова на связи я, Эдди, и сегодня речь пойдет о таком моде, который изменяет текстуры города Лос-Сантос на текстуры из GTA 5. Давайте уже посмотрим, садимся в нашу тачку, друзья. Как говорится, зеленому человеку нужна зеленая машина, и вот я нашел такую, это Audi R8, ну ладно. Так, сели в тачку, заезжаем в наш город Лос-Сантос, в принципе, он тут неподалеку, и что мы видим, дамы и господа, поменялись практически все текстуры, а если быть конкретнее, то текстуры дорог, текстуры тротуаров, текстуры некоторых зданий, текстуры травы, земли, потом поменяли надпись Вайнвуд на Голливуд, правда не знаю зачем, но поменяли. Вот новые какие-то здания появились, одно желтое, другое розовое, вот еще кое-что. Потом поменялось еще, поменялись еще плитки, как я понял, плитка на земле, блоки, песок. Ну, в принципе, поменялись многие текстуры в городе, друзья. И все перед вами, как говорится. Вот, можем поездить, посмотреть. Вот, дощечки поменялись, доски, из которых сделан этот пирс, как говорится. Или не пирс это, ну ладно, не суть в этом. Просто покатаемся по городу и посмотрим, как же преобразовался наш город Лос-Сантос благодаря этому моду. Но, знаете, больше всего в глаза бросаются дороги, конечно же, и тротуары. Лично мне. Ну, покатаемся и посмотрим, друзья. Так, ну, вы сами все видите. И да, что хотел еще добавить. В принципе, мод весит довольно-таки мало, где-то 65 мегабайт, плюс ко всему автоматическая установка. И, по-моему, это довольно-таки неплохо, друзья. Не придется париться там, скачивать программы, чтобы открыть GTA 3 AMG. Так что автоустановка все решает для ленивых, оно самое то. Вот, я заметил, поменяли тоннели. Вот, посмотрите, новые текстуры тоннелей стали, друзья. Не знаю, нравится вам или нет, но, по-моему, смотрится прикольно. Блин, что-то он длинный, тоннель какой-то, ну ладно. Машина-то у нас быстрая, так что с этим проблем не возникает. Ну ладно, что-то мне уже надоело так есть. Давайте мы уже быстренько отправимся на район Гантон, то есть Грув Стрит. Так, где он? Где-то вот здесь, по идее. Тут у нас еще какая-то миссия не пройдена, друзья. Я не всю игру прошел, оказывается. Ну ладно. Так, вот мы ТП-шнулись на крыше здания. Здесь у нас тоже поменялись текстуры, как вы сами видите. Вау, тачка прикольная, да? Ну ладно, едем дальше. Так, что еще? Ух ты, как реально преобразовался Грув Стрит. Вау. Прикольно смотрится, ребят. Я не знаю, точно ли это текстуры из GTA 5, но автор говорил, что они из GTA 5. Я не знаю, верить, не верить, но смотрится довольно-таки круто, ребят. С этим не поспоришь. Так что советую вам скачать. Видите, вот в разных местах дороги из разных текстур сделаны. И это прикольно, то что не везде одинаковые дороги. Знаете, некое такое разнообразие. Вот здесь такие дороги. Это круто, ребят. Так что мод реально хороший, похвальный. Ведь давненько не было у меня обзоров на текстурные модификации. А вот тут появляется такая модификация, которая, в принципе, популярна в какой-то степени, набирает неплохое количество скачиваний, отзывов. Так что все четко, друзья. И вот новый Лос-Сантос перед нами. Реально стало как-то более приятнее по городу ездить, что ли. Знаете, этот мод мне напоминает какой мод? GTA San Andreas Forever. Кто знает, тот меня поймет, друзья. А кто не знает, я сейчас прикреплю картинку, чтобы вы поняли, что это за мод. В одно время я тоже хотел сделать обзор на этот мод GTA San Andreas Forever, но что-то как-то руки не доходили. Вместо этого я сделал обзор на вот этот мод GTA 5. Ну, точнее, текстуры GTA 5 для Лос-Сантоса. И вот надпись Голливуд. Реально поменяли надпись. Еще мы видим то, что поменялись текстуры земли. Вот в этой вот окраине. Вот видите, вот такая теперь стала здесь текстура. Может, реально стала она более качественнее, я не знаю. Но, по-моему, да, она стала качественнее, так как новые текстуры, они всегда качественнее оригинала. Что там сзади взрывается, я понять не могу. А, не, показалось. Ну, ладно. Так. Что еще показать, даже не знаю, друзья. Ну да, может, минус в том, что поменялся всего лишь один город, но в GTA 5 один же был город, так что никаких проблем нету. Новый Лос-Сантос, смотрите, какая дальность прорисовки, друзья, так как многие люди меня почему-то, ну, многие люди говорили, почему у меня такая низкая дальность стоит, но, ребят, я все исправил, скачал мод, который увеличит эту дальность в 10%, так что все четко, дальность есть, текстуры есть, покатались, посмотрели, мне кажется, вам понравится, а если нет, то можете не скачивать и просто пройти мимо, как говорится. Так что такие пироги, всем спасибо, всем удачи и всем, наверное, пока, да? Что еще могу сказать под конец? Ну еще покатаемся по окрестности и посмотрим, друзья.
Так, 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 так. Ну, давайте уже прыжок веры, как говорится. Немного экстрима под конец видео. И все, друзья. Все, вот такие вот пироги. Это был текстурный мод для Лос-Сантоса города и для игры GTA San Andreas. Так что всем удачи и всем пока. Желтая бэха меня ждет. Я пошел кататься, но тварина уехала. Так что пока, друзья. Увидимся в следующих обзорах. Не скучайте.